Друзья, добрый вечер. Хочу пригласить от ветеранов трубостроителей, от ветеранов Санкт-Петербурга, города Ленинграда. И Юра Труфанов, председатель Федерации Ассоциации ветеранов, тоже просил сделать такой ролик информационный. 30 числа, в понедельник, 30 соответственно, апреля, на зимнем стадионе в нашем городе, в Ленинграде, Санкт-Петербурге, будет проводиться 19-й международный турнир по дзюдо среди ветеранов, ну, среди мастеров. Вход, естественно, бесплатный. Начало торжественное открытие в 12 часов. Приглашаем всех, кто интересуется борьбой, кто интересуется разными видами борьбы, потому что здесь ветераны будут и дзюдоисты, и самбисты, и других видов борьбы. Из тех людей, которых знает весь мир, это предполагается, что будет Арун Гирович Боголюбов, Николай Сладухин будет из Курска и много-много-много других чемпионов мира. Возможно, и олимпийские чемпионы подъедут, если будут в нашем городе. Поэтому зимний стадион 30 апреля, это ближайший понедельник. Всех на зимний стадион приглашаем, будем рады видеть и посмотрим, как ветераны. Кто борется, молодцы, кто на трибунах сидят, тоже молодцы. Главное, чтобы всем встретиться по хорошему поводу, пообщаться. Особенно будет интересно тем, кто уже давно не появлялся на таких мероприятиях. Всем удачи, до встречи, всего доброго.